Ребята, держим, а чё, а? Держим курс на подписку. Держим Стой. Курс на подписку. Я не могу повернуться. Мы сейчас все сдохнем. Что происходит? Ребята, я не знаю, где я и что я. Слушайте, мне никогда не забило. Я извиняюсь, тут самолет упал. А ты откуда? Они мешают. Ребятки, с вами сегодня снова я, Мульмир. И на связи Врупин. Сегодня мы снимаем битву построек. И, значит, на фоне... Ладно, допустим, на фоне у нас самолет. Но сегодня у нас 4... Этот рычажок нажал, ничего. Да, ничего страшного. И сегодня у нас 4 постройки совершенно секретных. Ну, а мы с вами как бы начинаем, Брупин. Вали отсюда. А кто вообще первый будет? Че тут за фигня? Не знаю. Ну. Всем пока. Ладно, тут самолет падает. Так, знаешь что, короче, я первый. А! Кровать из Майнкрафта. О, офигенно. Так, значит, ребятки, сегодня мы что строим? Кровать из Майнкрафта. Я буду красную делать. Я буду самую легендарную красную кровать делать. Я тоже красную. Пон. Да какой самолет, вали отсюда. У нас сейчас на протяжении всего ролика самолет будет нам присылать всякую фигню. Говорить то, что у нас сейчас авиакатастрофа будет. Да. И я не хочу сейчас заморачиваться. Сейчас у него дом взорвется. Я не хочу заморачиваться над кроватью, потому что мне лень ее строить. Я построю маленькую кровать, на которой точно я смогу улечься. Да, зачем я 2 раза сказал кровать, я не знаю. Допустим. Так, как там? Полотно такое. Отлично. Также, ребята, извиняюсь за то, что ролики так редко стали выходить. Мурмир немного ленится. Я тоже ленюсь. Да про тебя я вообще молчу. Я вообще уже апокалипсис не снимаю 2 дня, 2 недели или сколько. Да, это вообще какой-то реально апокалипсис. Ваня больше пельменей не сможет хавать. Да, кстати. Это печально. Поэтому я их перестал хавать. И да, не убивайте меня в комментах, позже. Так, значит, по-моему, моя кровать немного какая-то странная. А, нет, нормальная кровать. Все, я построил кровать. Сейчас. Так, мне кажется, вот эти штуки лучше убрать. О, да, вот их уберем. Вот как по мне, у меня нормальная кровать. Ну, вот я сейчас смотрю немного, и мне кажется, что реально у меня намного хуже. Первый раз, когда... Хотя нет, не первый, уже, наверное, третий, второй. Короче, я пока что взлетаю. Все, ребята, я улетаю. А самолет не летит. А, надо прыжок делать. Все, я научился. Пролетаю над вашей постройкой, мистер Крупин. Иди в жопу, не спойлери, что у меня там. Не-не-не, я тут летаю вообще высоко, слушайте, по-моему, самолет падает. Я вообще извиняюсь, как бы тут самолет немного упал. Упал, самолет вставай. Все, я достроил. Поздравляю. Го, як тебе. А что, слушай, ну у тебя хорошая кровать, вполне себе, почему она такая длинная? Так и должно быть. Смотри, тут... А, ты прям по пикселям строил. Ну, ты видишь, там двойное сразу. Ну, а вот так вполне нормально. Если бы она не была настолько длинной. Пойдем на мою смотреть. Все, я смотрю. Никакого... Короче, я так понял, самолеты сегодня с ума сходят.
Так, значит, ребятки, полетели за следующей постройкой. Кстати, твоей кровати я ставлю 8 из 10. Было бы 10, если бы не эти ножки. Ставь моей пока оценку, давай. Давай, 7. 7, окей. Ну да, она слишком маленькая какая-то. Рыба из Майнкрафта. Какая нафиг рыба? Я рыбу даже не могу строить обычную. Ну, смотри, нам просто... Я могу максимум карася построить, и то он будет некрасивый. Не, рыбу из Майна надо. Я просто возьму стекло и сделаю небольшой аквариум с рыбой. Стой. О, мне офигенная рыба выпала. Хотя на самом деле мне эта рыба вообще не нравится, она как-то слишком сложная. Так что рыбка, мы тебя мы, короче, другой аквариум сделаем. Сделаю, да. Мы другой аквариум сделаю. По-моему, я немного разучился говорить. Короче, я буду строить лосося. И да, эту рыбку я не буду грохать, потому что мне жалко рыбок. Оп. Лосось, ну ты, конечно... Полеть сюда. Короче, ребят, я вроде разобрался, как это строить. Вот что-то здесь все взорвалось. Ой, прям легкая рыбка попалась. Какая? Тропическую строишь? Да. А. Так, ну мы сделаем вот так, ребятки. Хотя нет, в два блока лучше буду строить. Также, ребята, у нас сейчас на улице нереальный ветер. Я не знаю, когда выйдет это видео. Ну, наверное, через 10 тысяч лет после съемок. Вань, так ты... Как они узнают, когда ты снял? Ну, пусть напишут в комментах, когда вышло видео. Хотя я вроде и сам смогу посмотреть. Ничего страшного, пишите. А я пока что разглядываю рыбу и не понимаю, как ее вообще строить. Она вся шевелится. Так, ладно, я понял. И надо сделать ее чуть подлиннее. Шумазос. Вон. И вот здесь делаем красную оболочку. Если бы я строил, кстати, в 3 блока, внутри бы был небольшой домик. Но я строю в 2 блока. Делаем вот такую вот рыбку. Так, по-моему, там в 3 блока, ну пофиг, я построю в 3 блока. Да, если честно, я вообще на протяжении всего ролика молчу, потому что мне нечего говорить, и плюс мне я сосредоточен. Там вообще 4 пикселя, чего? Ну, мне 3 хватит. И, значит, а как? Нет, блин, придется все-таки в 3 блока строить. Ну, и домика, кстати, тоже не будет, к сожалению, потому что я уже там все заполнил. Заполнил. Ребята, кто-нибудь вызовите учителя по русскому языку. Мурмир разучился говорить. Я тоже. Поздравляю. Здесь мы сделаем вот так вот. Все, хвостик. Мухи летают, ё-моё. Хвостик сделали. Ага. Все, осталась только башка. Рыба, сейчас тебе бошку сделаем. Вот такую вот красивую бошку. Вот сейчас самое сложное, наверное, это будет башка. Для меня это глаза. Я не знаю, как это строить. Что? А, кстати, она реально в 3 блока. Ну, вроде я более-менее разобрался. Да, все. Какой ветер. Ваня, допустим. Как мы будем ходить на рыбалку? Ну, как-нибудь. Кстати, ребята... 50% на 50%, то, что на канале Фрупина выйдет видео про рыбалку. Так что всех перекидываем туда, ссылка будет в описании, как всегда. Да, как всегда. Да, я снова я не могу запомнить, как построить бошку. А, все, запомнил вроде. Так, здесь мы убираем. Здесь тоже. Делаем вот так вот. Вот так вот, вот так вот. Ну, короче, построю как смогу. Потому что, если честно, вот рыбу делал я, как бы, постройку. Я придумывал. Я не взял черный цвет. Делаем глаз. Делаем второй. И, кстати, я вспомнил, что вот здесь вот так. И я неужели достроил... Чего, Ваня, там? Да ничего, ничего, забей. Ничего. Да ничего такого. Мне уже интересно, чего там. Ты
забей, у меня тут фигня вообще полная. Ну, кстати, в прямом смысле фигня полная. Посмотрел бы моё. Так, тогда вот на этом уровне сделаем глаза. Так. Ну, более-менее я построил. Сейчас. Теперь ждем Фрупина. Господи, рыба, ты такая странная, багнутая. Давайте сделаем для рыб нормальный аквариум. Большой. Главное, чтобы они не выплыли сейчас. Все, у рыбок будет большой, огромный аквариум, где я их запру. Так же, как нас с Фрупином хотят запереть в подвале, но давайте про это потом. Я знаю, кто. Или никогда. Короче, если... Все, я достроил. Так, ну и что Это рыба года. Посмотри, как она выглядит и как я ее сделал. А, ой! Не, я не все. А что вот это за блоки? Уйди. А, ну вполне нормально, пойдем мою оценим. Пойдем, она очень красивая, самая крутая рыба на районе. Самая крутая рыба на районе. Знаешь, какая самая крутая рыба на районе? Сейчас сделаю. Только... Что за рыбка? Только я не ломаю, окей? А что это за красные блоки? Я про них никогда не знал, когда их добавили. Их? Ну, не помню. Она очень маленькая будет, смотри. Там надо спавниться. Даже несколько. Давай спавнить. Вань. Так, погнали за другой постройкой. Блин, чё? Ничего не выйдет. Так, выходи. Уходи, точнее. Оп. Чё? Оп. Самолет! Ура! Какой самолет! Да, самолет! Я тебя ждал! Я специально фиговый самолет поставил. Я ждал тебя. Нет, если ты построишь фиговый, то тебя подписчики убьют. Так, ну хотя я тоже небольшой буду строить. Да, ребятки, кстати, вы сейчас увидите, как все-таки Мурмер строит самолеты. И вообще, правда ли это то, что я их реально сам строю, а не скачиваю карты? Мы, значит, набираем всяких кварцевых блоков. Да, это будет довольно долго, но я не буду большой строить. Лучше такой, вообще, на минималках. Потому что... Мини-айрбус. Мне вообще лень. Да, в этот раз Мурмер немного ленивый. Но давайте перемотаем время. И раз, два, три, и самолет появится здесь. Все, отлично, ты закончил? Ты закончил! Ты закончил! Покричи! Ну ладно, неважно, что это. Это самолет. Только вот сюда не ты смотри. Ты уверен? Только сюда не смотри. Что там? Ты уверен, что это самолет? Да, это Буратино. Ой, самолет. Ну что, зайди пока что внутрь. Посмотри, какое. А где сиденье? О, зато здесь так. Хочешь здесь сиденье темно... пока что построй? Здесь темно, здесь офигенно. Угу, там темно, это очень офигенно. Сиденья, какие веселые сиденья. Слушай, я себя запер. Ну, пофиг. Что ты делаешь? Да я тут. Рыбка бессмертная, ее еле-еле задела. Ну, полетели, мой, что ли, оценивать. Как бы, вот. Нормально. Ставим оценку. Не надо, не надо! Нет! Пожалуйста, не подрывай, я очень его долго строил. Я очень долго его строил. Вот здесь можно. Кучка тротила. Ставь оценку, пойдем, значит. Строить, во-первых, пойдем внутрь, а во-вторых, ставь оценку. И, кстати, вот так вот тут а интересно. Я пошел нажимать. Внутри сиденья. Значит, ребята, да, вот так вот я строю самолеты. Ваня, чё? Наш подписчик выпал. Диван. Пойдем строить. Он нас в подвале запрет, если мы еще одну Да, он нас в подвале запрет, если мы некрасиво так, построим. Так, диван, пожалуйста, не закрывай нас в подвале. Ну, как бы. А вот если закроешь, то я не буду снимать. Вот такой самолет. Если вы наберете под этим роликом 10 лайков, то я его выложу в специальное приложение.
примерно неделю, чтобы все успели его скачать. Ну, а мы, значит, побежали строить диван. Давайте построим диван, чтобы было очень удобно сидеть. Какой мне строить диван? О, серый построю. Не знаю. Какой хочешь. Я построю серый диван. Ладно, все, я пошел. А я буду коричневым. Я тоже. Все, где полетел? Давай, первый мой оцениваем. Я пока посижу тут. Самый офигенный диван. Ой. Правда, он немного большой. Ничего страшного. Ты что мне сюда самолет принес? Ты нафига? Это я на нем прилетел. Ты нафига мне... Ты не пилот. Я пилот. Пошел в жопу, я пилот. О, да подожди, блин. Мне нужен самолет, я хочу посмотреть, что там внутри. Типичные бесплатные билеты на авиасейлс. Стой, Вань, подойди сюда. Ой, не знаю, мелкий самолет купил. Подождите, мне кажется, или он меньше? Нет. Так, что внутри? О, слушай, тут внутри красивенько, прикольненько. А где туалет? А знаете, что в Новосибирске туалет мотковый? Круто. Так, я к тебе лечу тоже, уже на беленьком. Вот, смотри, вот сюда. Красивом самолете. Вот смотрите. Смотри, какая хорошая постройка. Авиа... Иди сюда, ко мне поднимись. Короче, знаешь, как называется моя авиакомпания? Авиакот. Авиакот, да, авиакот. Смотри, Вань, смотри, какую постройку построил. Каталёт. Вань, смотри, какую постройку построил. Слушай, самый удобный диван. Ты пыхнись ко мне, очень хорошая постройка. Я уже издалека вижу, что это такое. Слушай, очень хороший диван, как по мне. Особенно вот эта вот горочка, если бы она была в 3D, было бы еще лучше. Все, я сижу, не мешай. Короче, я тебе дарю вот самолет. Нафига мне самолет? Слушай, я улетаю на своем беленьком самолете. Что происходит? Садись быстрее ко мне. Ребята, у нас апокалипсис самолетовый. Ё-моё! У нас целая дорожка из самолет. Чё я сейчас увидел? Чего? Уважаемые пассажиры, мы приветствуем вас на борту самолета Бурмир-Бурмир-Бурмирович. Значит, сегодня мы отправляемся из города Бурмир-Сити в Фрубкино. Приятного полета. Что ты наделал? Это Сапсан. Что ты наделал? О, я сделал новый вид самолета. Я ничего не вижу. Вай, мы сейчас упадем, тут слушай, турбина. Очень самолет. Вань, турбины нету. Она взорвалась. Почему? Ничего страшного, как бы и так полетим. Что ты наделал с самолетом? Тут два самолета. Три. Угу. Очень классно. Ну, ладно, ребята, с вами сегодня был... сегодня на связи был пилот Мурмир, а также второй пилот Фрупенко. Надеюсь, меня там слышно. Вам хорошего полета! Вам хорошего полета, ребятки. Всем пока. Почему у нас дорожка из самолетов?